На сцене дуэт, который вы никогда не видели. И никогда эту песню не слышали, потому что она звучит впервые в их исполнении. Итак, на сцене даже не проект, даже не команда, даже не группа. Просто дуэт. Итак, солист группы Хинс на пиано Арслан Гусейнов. И всеми вами любимая Наталья Лохвалабеева. Встречайте!